Со стороны улицы этот дом ничем не отличается от всех остальных, которые в данный момент реставрируют. Но если зайти во двор, то разница будет видна невооруженным глазом. Стены этого строения вмонтированы металлические конструкции. Перед началом работ были проведены подготовительные мероприятия по зачистке старой краски, удалению старой штукатурки. Было выявлено наличие трещин в несущих конструкциях. Теперь трещины в прошлом. Сергей Прозоров, руководитель общественного совета жителей поселка Петровская, живет в этом доме около 30 лет. О проблемах дома знает не понаслышке. Работой мастеров и он, и его соседи удовлетворены. Довольны мы, что эти работы выполнены. Строители ответственно относятся к этим работам по укреплению. Сами представители строительных организаций допоздна, с утра допоздна сидят здесь, работают, персонально руководят. Надо сказать, что подобная ситуация в Петровском не единичная. Во всех зданиях рабочие постоянно обнаруживают скрытые дефекты. Администрация инициировала обследование здания, и в результате был разработан проект по усилению входных групп. Перераспределение несущей нагрузки на основную стену здания осуществляется путем дополнительной установки металла. То есть согласно расчетов, шевелер определенного размера крепится на стену. Конечно, трещины и добавили работы мастерам и хлопот фонду капитального строительства, которому пришлось искать дополнительные средства на ремонт. Тем более, что общий объем работ довольно внушительный. Замена водопровода, замена канализации, стояков здания, замена электрооборудования и ремонт фасада. После того, как все работы будут завершены, дом нисколько не будет отличаться от своих собратьев по городку. Максим Козлов, Алексей Руднев, Елена Кошелева. Видное ТВ.